Новогодняя ночь не обошлась без дорожных аварий. Две самые серьезные произошли в Кишиневе. Около часу ночи два автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Дача и улицы Христоботева в столичном секторе Ботаника. После удара одна из машин перевернулась. О пострадавших и виновном в ДТП пока не сообщается. Еще одно столкновение произошло утром на улице Мунчешской. В микроавтобус, выполнявший рейс Кишинев-Новые Анены, в котором находились 7 пассажиров, врезался легковой автомобиль. На место аварии прибыли полицейские, спасатели и врачи скорой помощи. Все пассажиры доставлены в больницу с различными травмами, включая переломы. Когда я пришла в себя, я поняла, что сижу на полу возле дверей, а на мне лежит мужчина. Я увидела дым, быстро встала и вышла на улицу, так как боялась, что микроавтобус загорится. Увидела мужчину, который наверняка вылетел через окно, а также несколько женщин. Все были с травмами. В больницу прибыл супруг одной из пострадавших. Утром проводил жену к маршрутке и пошел домой. У меня сегодня выходной. Через какое-то время мне позвонили и сказали, что произошла авария. Пока не знаю, в каком она состоянии. Ей трудно дышать. Наверное, повреждены ребра, голова и шея. По словам очевидцев, в ДТП виновен водитель автомобиля, который ехал на высокой скорости. Ведется следствие. В период зимних праздников на дежурство мобилизовали свыше 500 пожарных и спасателей. Подготовлено 130 единиц спецтехники.